Четыре аншлага с одинаковым содержанием встретит каждый, кто следует через Благовещенскую на Бугасскую косу. Предупреждают они об одном – проезда на косу нет. На подступах к самому популярному сегодня пляжу установлен шлагбаум и организован пропускной режим. Автомобилистам предлагают проехать на платную стоянку, либо оставить машину здесь. Антитеррористической комиссией Краснодарского края было принято решение о том, чтобы ограничить въезд автотранспорта в места, где люди осуществляют массовый отдых. Вот. Для этого было принято решение организовать стоянки, организовать уборку мусора, организовать пропускной режим. Сотрудники ЧОО «Каскад» осуществляют допуск автомобилей, которые оплатили платную парковку. Въезд здесь бесплатный, только парковка платная, которая специально оборудована для этого. Также охранники ЧОО «Каскад» осуществляют контроль за парковками, смотрят, чтобы не было стихийных парковок, чтобы люди вели себя нормально, осуществляют еще также охрану общественного порядка. Второй шлагбаум установлен непосредственно перед пляжем. Он ограничивает въезд для любого транспорта, кроме спецтехники и автомобилей оперативных служб. Между первым и вторым шлагбаумами на арендованной частниками земле организованы стоянки. На частной территории Бугасской косы организовали парковочные стоянки, платные парковочные стоянки. Они являются охраняемыми, вот, круглосуточные. На первой стоянке вместительность приблизительно около 100 машин. На второй стоянке, сейчас она расширяется, вы видели, будет в порядке 500-600 машин. Вот. Также по просьбе администрации здесь находится социальная стоянка. Также на платных стоянках организованы туалеты, на пляже установлены раздевалки, спасательные посты. Введенные ограничения вызывают массу споров. Немало таких, кто не понимает, почему они не могут заехать на песок как можно ближе к морю. Вот она, обратная сторона популярности. Сотни машин в самом сердце природоохранной зоны. Идеальное место для занятий спортом рискует вскоре растерять свои уникальные свойства. Люди уезжают, и предстает печальное зрелище. Песок вперемешку с отходами жизнедеятельности человека, закопанные мешки с мусором, раскатанные автомобильными колесами барханы. Вывоз мусора сегодня взяли на себя частники. В общем, в неделю у нас вывозится около 150 кубометров мусора. У нас имеются работники, волонтеры, убирающие ежедневно, вручную собирается мусор. Вывозится с помощью техники тракторов. Без автомобильного нашествия пляж Бугасской косы выглядит вот так. Чистый берег, лазурное море и довольные отдыхающие. Кстати, тех, кто положительно оценивает происходящие перемены, тоже немало. И на множество недовольных комментариев в сети всегда найдется вот такой. Насколько у нас дикие люди загадили весь берег своими машинами. Кругом машины уже невозможно смотреть на весь этот бардак. Пляжи – это песок и море, и никаких машин и пивнушек. Что стало поводом для многочисленных жалоб? Отдыхающих вводит в заблуждение пост охраны, установленный перед спуском на косу. Глава курорта поручил навести порядок на территории и освободить путь. Выбор платить за охраняемую парковку или бросить машину на любом свободном месте за автомобилистами. Одно остается неизменным – на сам пляж въезда нет. Ситуация на Бугасской косе остается на контроле городских служб.